Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется велосипед от украинской торговой марки «Команч». Модель называется «Ниагара Кросс». Это дорожный велосипед, который предназначен для езды на большие расстояния по ровной поверхности, но также легко будет велосипед ехать и по пересеченной местности. У велосипеда есть амортизация. Ну, в описании в первую очередь стоит сказать, что это велосипед Команчи Ниагара Кросс женский, L. Имеется в виду, рама здесь, как мы видим, скошенная. Это комфортно для девушек. В описании стоит сказать, что рама алюминиевая, размер колеса 28 дюймов. Обода здесь двойные, усиленные, алюминиевые, легкие. Если заинтересует ваш велосипед, этот велосипед, а интерес к нему будет очень большой. У велосипеда легкосъемный эксцентрик, который позволяет снимать и ставить колесо. Это позволяет легко транспортировать сам велосипед без одного или второго колеса. Тормозная система V-Brake. Это надежный, легкий элемент, который придает велосипеду легкость, при этом тормозит очень хорошо. Вилка здесь идет с ходом 70 мм от компании Santur. Ну, стандарт для дорожного велосипеда, для кроссового велосипеда. В описании также стоит сказать, что здесь вынос руля регулируемый, что легко делать велосипед удобным для изменения посадки. Для города можно поднять руль, для пересеченной местности руль можно наклонить. Тем самым вы измените посадку, повысите комфорт для своей езды под стиль вашего катания. Вынос руля идет, как мы видим, уже с облегченным таким элементом, отверстие, которое позволяет снизить вес. Ручки здесь анатомические, очень удобные в руке лежат. Вот так вот мы кладем руку, и будет удобно девушкам. Соотношение передач 3:8. Передний переключатель 3, совмещен с тормозной системой. Задний переключатель 8, совмещен с тормозной системой. Это моноблоки. Также стоит сказать, что у велосипеда идет шатуны с соотношением зубьев 22, 32, 46. Но всегда нужно смотреть спецификацию. Иногда бывают разные шатуны, в разные года выпускаются. Шатуны идут с защитой, с пластиковой защитой большой звезды. Девушкам будет комфортно кататься, зная, что более защищен. И защищенная одежда будет. Ну, не будет попадать брючина или юбка, если захотят кататься в юбках. Велосипед комплектуется задней кассетой на 8 скоростей HG31. И задний переключатель Altus, который рассчитан на 7-8 передач. Велосипед Ниагара Кросс комплектуется камерой с автомобильным ниппелем. Это надежно. Можно, это более комфортнее, в любом месте можно подкачать колесо. Также немаловажно в описании сказать, что у велосипеда есть амортизация подседельной трубы. То есть будет больше комфорта, когда девушкам будет кататься на ухабах на пересеченной местности где-то. В комплекте идут педали пластиковые, комфортные, не такие, как обычные. Здесь уже идут с вставками такими хорошими и металлической частью по центру. Это более надежные педали, тем самым является. Если вас заинтересовал данный велосипед, который предназначен для езды по шоссе и с возможностью перехода на пересеченную местность, то обращайтесь в наш спортивный магазин. Если вас заинтересовал наш YouTube канал, наш видеообзор, подписывайтесь, пишите отзывы, будем рады вам ответить. До скорых встреч!